Второй закон сохранения, о котором мы будем говорить, это закон сохранения импульса. Мы уже пользовались понятием импульса. Импульс вводится вот так, как произведение массы на скорость m на v. И мы уже пользовались понятием импульса, например, когда записывали второй закон Ньютона, основное уравнение динамики. Импульс входит в выражение f равно dp по dt. И, кстати сказать, второй закон Ньютона, записанный через импульс, является корректным в том числе и в случаях, когда масса является переменной величиной. Если масса является постоянной величиной, то можно пользоваться выражением f равно массе на ускорение, f равно ma. Но если масса переменная, то выражение вида f равно ma несправедливо, а f равно dp по dt работает. Ну давайте посмотрим, что будет, если система является замкнутой. То есть на систему не действуют силы или эти силы скомпенсированы. Значит, если f, здесь f — это суммарная сила, действующая на систему, равна нулю, то тогда в этой системе dp по dt равно нулю, тогда dp по dt равно нулю. Если производная по времени равна нулю какой-то величины, значит, это величина постоянна, и значит, p системы равно константе. Значит, то, что здесь сейчас написано, оно верно. То есть его можно записать, вот этот закон и условие, что p равно константе, для одного тела, если оно не взаимодействует со всеми остальными. Но можно написать и для системы всевозможных тел, то есть для системы, например, материальных точек. Для системы материальных точек у нас будет f и t равно d, p и t по dt. Если мы просуммируем все эти величины, получим сумма f и t равно сумме d, p и t по dt. Сумма берется по всем и. Если сумма f и t равна нулю, то сумма p и t должна быть величиной постоянной. Констант. Вот это выражение носит название закона сохранения импульса. Существует, помимо этого выражения, помимо закона сохранения импульса, еще закон сохранения момента импульса. Третий закон, глобальный, который уже связан с вращательным движением. Момент импульса, обозначим его буквой L, вводится как вектор. R, радиус вектор, векторно умножить на импульс, R на P. Момент импульса, так же как и угловая скорость, так же как и угол, представляет собой аксиальный вектор или псевдовектор. Значит, L направлен, например, сюда. Если тело, например, движется по окружности, и его скорость направлена вот как-то так. R векторно на P. При этом момент импульса лежит
то есть он находится в направлении, определяется направлением перпендикулярным как радиус вектору, так и вектору импульса. То есть он не лежит в плоскости, образованной векторами R и P. То есть он перпендикулярен. Он перпендикулярен плоскости. Динамика вращательного движения записывается выражением полностью аналогичным выражению для динамики поступательного движения. Только вместо силы используется момент сил. Момент силы определяется как R векторное умножить на силу. Ну, векторное произведение, которое здесь вот использовано, давайте его раскроем хотя бы один раз. R векторное умножить на P по модулю. Это R на P на синус угла альфа, на синус угла между R и P. То есть вот здесь вот альфа. Синус угла альфа. В отличие от скалярного произведения, где стояла точка и здесь был косинус, в векторном произведении оно обозначается крестиком, и здесь стоит синус. Синус угла. Ну и теперь запишем аналогию. Сила равна dP по dt, значит, во вращательном движении уравнение точно такое же. Момент силы равен dL по dt. dL по dt. Но это легко получить. Например, векторно умножив слева вот это выражение на R. То есть, если мы возьмем F равно dP по dt и домножим его слева на R, то получим R векторно умножить на F, это момент силы, оно будет равно D по DT от R векторно умножить на P. Ну и отсюда получается M равно DL по DT. Точно так же рассуждая, как было проведено рассуждение здесь, в случае, если у нас нету вращающего момента, который раскручивает тело, то есть если m равно нулю, то мы будем иметь момент импульса равным постоянной величины. То L равно константе. И если у нас есть система из взаимодействующих материальных точек, то сумма по всем и L и там, L и там, также должна быть равна постоянной. Условием постоянства момента импульса является равенство нулю момента силы. Условием постоянства импульса является равенство нулю суммарной силы. Давайте вот этими законами теперь воспользуемся для решения нескольких задач.